В данном видео вы узнаете дату выхода и краткое описание новой серии турецкого сериала «Стамбульская невеста». Адем свален после узнанной информации. Фарук и Сюрея узнают пол будущего ребенка. У них должна родиться дочь, о которой так мечтает Фарук. Приходит хорошая новость и от Фикрета. Болезнь Ады начала поддаваться лечению, а Адем сосредоточен на планах мести. Хотя презентация Баранжет прошла удачно, Фикрет все же недовольна тем, что Фарук вновь оказалась на переднем плане. Руки Ипек, которая желает вернуть обратно Фикрета, попадает в руки Козырь, который затронет отношения Фарука и Сюреи. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Стамбульская невеста», на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 27 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!